Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами как всегда Сладкоежка. Сегодня мы посмотрим видеоролик, который мне прислал мой подписчик Женя через донатик, за что ему огромное спасибо. Видеоролик по тематике Geometry Dash, лучшие флюки на топ 10 демонов с канала Имор. Ну что ж, ребятки, думаю, будет интересно, познавательно и прикольненько. Всем желаю приятного просмотра. Поехали! В этом видео я расскажу вам про самые невероятные флюки на сложнейших демонах Geometry Dash. Давай! Данный мужичок прошел топ 2 демона Чирон, ни разу не умерев после 61%. Наш Аркаслеер сделал что-то невозможное на Слаутерхаусе. Хочешь узнать, как они добились таких результатов? Тогда ты пришел по адресу. Заваривай чайку или воруй мандаринки, за которые... Воруй мандаринки, ой-ой-ой! Просмотра. И начну я с самого невероятного флюка в истории Geometry Dash на Tidal Wave от батьки Зоинка. Tidal Wave легенда. Не умер только и Зоинк тоже. В общем, этот бро летом 2023 года решил инкогнито проходить новый топ-1 демон. По итогу выбор его пал на это. Ну ладно, это каждый уже решает сам. И вообще мы находимся не в том видео, чтобы обсуждать чье-то решение. Зоинк просто катком проехался по Тидалу. Имел шанс плюкнуть его с 90%, если бы не фейл на ласт клик и победа за 4. Ну да, 9, я 5, помню, 3, как он слил. Это реакция. Класс. Eternal Theory. Что это, блядь, такое? Я еще впервые его слышу. Eternal Theory. Hyper Elite с парочкой тысяч просмотров на прогрессах проходил этот бафнутый то и 2, и после фейла на 92% за 145 тысяч прошел этот чуденький уровень. Но это еще не все. Wait, what? 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 No way! Wait, what? Наш русский слэйер Квазар сразу после выхода начал гриндить Eternal Theory и прыгнув с Акватика за 60 тысяч. Нифига себе, Акватика в рурус. Прошел таким же плюком с 92%. Так. Мощно, мощно. Прошел. Я прошел. Я это сделал. Я это сделал. Авернус. А не вернусь. О, Авернус, аналогичная ситуация с первыми двумя уровнями. Еще никто из топовых слэйеров не брался за него. Соответственно, мало прохождений, соответственно, никто его и не флюкал. Опять Зоинк со своим мега-прыжком на последних 9%. Еще решил засунуть. Ну, сейчас слайд уже проходит, Авернус. С 75 до 79. А, это флюки, ага. I just beat Avernus right now! I'm not even lying. Abyss of Aod. Где-то в мае я делал ролик про него, в котором Abyss говорил, что всех слэйров уничтожает Экзен ГП на последних 15%. Ни один игрок не смог ни разу не умереть на этом парте. Больше всего из этих 9 бравых молодцов повезло Тандеру и Вайпер Веному, худшие фейлы которых пришлись на 91%. Давай тащи! I just beat AOD. No way. Кьёки или Куёки, никто так и не понял, как читается его название. Кьёки, Кайёки, Куёки. После дичайшей мясорубки с миллионом кликов на невероятном волнении, нужно как-то пройти мега-таймингованную концовку. Как и с Аодом, никому не удавалось такое провернуть. Но ближе всех был Зероксис с его фейлом на первом клике Ласпарта и флюком. Зероксис Эмба, легенда. Ого, вот это реакция, бля, минус ушка. Silent Club Step. Худшие уровни с топ-10, и с топ-20, и с топ-30, и с топ-40, и с топ-50, и с топ-60. Этот уровень имеет забавную структуру геймплея, в которой первые 30% можно засунуть в челлендж-лист, а все оставшиеся близко с ним по сложности не стоит. Из-за чего на СК частенько проскакивают флюки последние 20-25%. Но лучшие принадлежат Зоинку и Пака, которые ни разу не умерли после 72. Пако легенда. Не, ну что, интересный видос, мне нравится. Прям по факту рассказывает. Ого! What? What? What это что? The Coupon Circles. Невероятно древний невозможный проект от Ника 24. Сложнейший пар здесь располагается на 66%. Это достаточно оригинальная секция с дабл-кликами. Еще никто не завершил прохождение, не умерев на ней. На лучший результат принадлежит РК Слейру Баттеру или Бутеру, худший слив которого Бутера, пришелся на 69%. Ебать. Ебать.
Я прошел. Сукубин Circles. Firework. Как бы я ни ненавидел этот уровень, мне пришлось отсмотреть целых 48 его викторов. ФВ имеет неплохой баланс сложности, что не позволяет даже такому большому количеству победителей скипнуть дофига процентов во время игры. Firework имеет немалую длину, поэтому после 60% у игроков появляется дикое волнение, из-за чего больше половины всех, кто пытался его пройти, сливали на ласт парте. Но один из лучших игроков РК с ником Spirtex умудрился слиться на 68% и следующим рекордом поставить 100. Ого! Нет! Легенда, красава. Slaughterhouse – самый популярный демон из топ-10, в конце которого располагается дичайший бутылочный таймингами, на которых сливается куча слейеров. Конечно, некоторым получается проскочить их, а лучшим из таких счастливчиков является Лоликли, который не просто прошел... Да, Лоликли легенда, вот. После 64%. Недавно только о нем услышал, прям жестко. Что? Чего? И наконец-то самый сильнейший флюк на топ-10 демоне. Думаете, от Зоинка? Нет. Этот игрок абсолютно ноунейм. Настолько ноунейм, что когда мне в рекомендации попалось его видео с прохождением Ахерона, то я подумал, что это типикал рофл с кликботом. Но нет. Норвежский Слэйр Зерокси прошел его флюком 61%. Это прохождение можно сравнить с Андреем, а он вытянул счастливый билет. Флюки, конечно, жесткие. What? Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Обязательно оценивайте это видео лайком или дизлайком. А также не забывайте подписываться на этот канал, ведь дальше нас ждет еще больше интересного. И всем пока. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика. Видеоролик получился интересным, познавательным, удивительным, в некоторых моментах смешным и забавным. И говорю от души огромное спасибо за такой видеоролик. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции и мнение насчет данного видеоролика. Также не забываем присылать свои идеи либо на Google формочку, либо через донатик, чтобы было намного быстрее. Всем я вам желаю добра, демон демона, экстрим демона. Всем удачки и всем пока-пока.